Всем привет, дорогие друзья, и вы на канале Руни. Да, вот мы вновь Angry Birds Epic проходим, забираем награды. И через 7 часов мы получим следующую награду, но это уже будет в следующей серии. В общем, дорогие друзья, прошлой серии что-то произошло, я уже не помню, потому что очень давно играл Angry Birds Epic, считая, когда записывал вторую часть. Так, что у нас тут? Отсылочка, кстати, на Марио. Бригадир, но 40 единиц урона. Ну, короче, такой. Ничего, в принципе, опасного не вижу. Давайте. Так, у кого больше урона, не помню. 46. 46. Блин, разницы не особо-то нету. Пусть ударяет. Ну, тебя, конечно, нужно было, ну ладно. Так. Блин, капец. Ну, кстати, мне не получилось звать такой. Сливаем. Цепная атака, прекрасно. И плюс еще хилим, кстати, кайф. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Кстати, как вам звук? Да, надеюсь, все нормально. Это так тестовое, так сказать, такое видео. И ты у нас... Он, кстати, офигел, смотри. Он без... Блин, нет, надо было Матильду использовать, я затупил люто. Я реально затупил, ребят. Надо было Матильду было использовать. Я думаю, сейчас, думаю, нормально будет все. Да ты надоел, честное слово. Так, все. Ура, прошли. Я думаю, мы получим все равно 3 звезды. Хоть и у нас ред немножко пострадал. Да, мы получаем. И песок. Нам песок не особо нужен. О, ну ладно, спасибо все равно. Все равно приятно, ребят. Хоть песок, все равно приятно, так сказать. Да, приятно. Ту-ту-ту-ту-ту. Так. Это, как я понимаю, уровень где этот мы будем... А вот, да, он тут летает. Мы сейчас будем гоняться за ним, понял. Так. Вот топчик, расческа. Так. О, халява. Кстати, я забыл про эту халяву. Сейчас я позабираю. Вот. Ребят, пособираю. Не, ну, я так хочу свинка-копилку, ребят. Вы просто не представляете. Потому что, когда у нас будет свинка-копилка, мы сможем убивать всякие штучки. И вот это все эти штучки, что создавать, я пока что не покупаю, потому что я жду все-таки свинку-копилку. Так, расчесочка у нас есть. Она лучше, кстати. Но у нас дракошки в любом случае нет. Ну, сколько будет это стоить? Ну, не, я не буду. Сколько даже бабла нет. Копить нету даже смысла. Все равно в любом случае, думаю, мы сейчас так пока уже затащим. Потому что свинская мощь. Свинская, да. Кажется, сламенькая, так что пошлите. Давайте, видите? Мы очень хорошо... Пираты иммунитет как отрицательным эффектом. Пираты используют грязные трюки и имеют иммунитет к всем отрицательным эффектам. Свет, чтобы одолеть этих злодеев, используя обычные атаки. Не забывай также про способности поддержки, такие как отражение урона. Понял, принял. Сейчас будем все это как бы делать. Давайте, поехали. Так, вот у нас по волнам. Это такой опасный, очень... Крутой, кстати, нифига на себе мощно, кстати. Ну, давайте делаем так. Ой, куда мы лезем просто? Я тебе отвечаю просто. Братанчик. Тебе ж хана. И Чака еще самого, блин. Так, Матильду, потому что Матильда нас похилит. Он еще вырубился, кайф. Пусть защита по себе будет. Я хочу просто восстановить. Затем тоже защита будет. Не все, можешь делать так. Кайф, просто кайф, ребят. Защита, конечно, ненадолго, но тоже приятно, как бы, такой приятненький бонус. Тратить сейчас я... не знаю... Ладно, давайте не будем, наверное. Или будем. Ладно, давайте, давайте, пуфик. Пуфик. Ничего страшного. Потратим, так потратим. Ничего такого не вижу, если потратим. Да, пиво. Фига ты, конечно, везунчик, братанчик. Давай.
Защита вообще изи. Все, домой. Так, и что у нас тут? Блин, я так жестко затупил, кстати, я вот это сейчас только понял. Ну ладно. Тут он. Нормально. Это вот ненормально. Блин, нас там очень фигово. А он может делать, кстати? Нет. А сейчас у нас, короче, перчик будет. И все. Давайте, кайф. Здесь мы затащим. Так, ну неплохо, слушайте. Почти добили, давайте добивать его. И он один нас призывал. А, он атаковать, я думал, призывать будет еще. Так, Матильда. Хотя иммунитета у него нет, ну ладно. Он же не пират, читай. Давай. А что этот раз? А, ну сейчас он больнее типа ударил. Ну да, понятно, просто ты сейчас не понял. Что ты раз сначала так ударил, а потом... уже с временем, то есть по ходам, не за один раз. Думаю, две звезды. А, они даже очень хорошо поиграли. Это плохо отыграли, но ладно, наоборот, даже хорошо. Так, смотрим. Все оторвался. И ура! У нас свинка-копилка есть. Просто имба имбейшая. Все, мы за ним бежим. Там еще дверь дружбы, врата дружбы, точнее. И он тут падает, да? Да, он пойдет сейчас тут. И мы вот что-то ничего не понимаем, да? А, бомб, ура, ура, ребята, у нас снова перс. Это кайф. Ну, сейчас мы спасти должны, и потом будет кайф. Сейчас мы его спасать будем, да, поехали. Ой, золотая свинья-копилка. Получай оружие и вещи из легендарных комплектов. Какой, ребят, кайф, все, пошлите играть. Точнее, открывать. Ну, короче, крутить эту свинку-копилочку. Блин, какой кайф, я так ее ждал. Пошлите. Так, давайте рекламку посмотрим, ребят. Ну раз говорят, давайте потратим одну. Раз нас заставляют. И нам офигеть, как повезло, ребят. Очень топчик выпал. Тут еще можешь лего выпасть, да. Удерживаем и... Ну да, вот тут написано, ребят. Это что может выпасть? Офигеть. Как тут классно, ребят. Как тут класс просто. Тут у нас пиратики. Не будем сейчас вырубать их, да. С легкостью, в принципе. Достаточно легкие, правда, они отравляют. Это неприятно. У Матильды очень жестко. Кстати, будет имба, когда у Матильды будет класс друида. Мы тоже типа такого будем, короче, делать. Это будет имбово, кстати, да. Но недостаточно слабенько бьют, даже Чак не чувствует. Так, давайте. Кстати, у Матильды ульту показывал, мне интересно. Так, используй перчик на Чака. Давай. Раз, два, все. Минус. Мы победили, ура. Ну, тут, понятные три звезды мы забрали, как бы. Раз, два, три. О, кстати, нам нужны коробки, ребят, но нам, к сожалению, не выпали. Ну, ладно. Ничего страшного. Так, смотрим, вот тут, что у нас происходит. Тут бомба, короче, взрывает этого пирата, он улетает. Да, дальше. Ну, он забрал, смотрите. Да, и они убежали, считай. И типа, вот видите, без него мы не сможем управлять кораблем. Так что нам нужно забрать новое, бомб. Любит отвешивать врага мощные оплеухи одной свиньи за раз. Потом... Ой, блин, я хотел бомбу взять. Ладно, давайте сейчас эту катку отыграем без бомбы. Потом с бомбой. Ту-ду-ту-тун, 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 ту-ду-ту-тун. Ой, ты чё, офигел? Вызывает он. Так, ладно. Чё, этого вырубим? Хотя это будет не по-умному. Блин, нет, отупанул люто. Давайте вообще переиграем сразу, вот реально. Вы если хотите приврать... Да-да-да-да, я еще бомбу лучше возьму. Потому что сейчас мы сходили даже неправильно. И да, сейчас будет даже лучше, если мы так сделаем. Намного, я считаю, что там мы, возможно, и победили, но мало звезд заработали. Давайте кого брать, кстати.
Давайте Реда, наверное. А будет теперь разницы нет, да, и так, 52. Так, поехали, бомб теперь у нас. Так, давайте посмотрим, что ты умеешь, братанчик. 209 хп, 84 урона, сила атаки плюс увеличена на 25. Офигеть, братан, да ты про мощь. Офигительно, слушай. Про мощь реально, красавчик, давай. Тут-тун, ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту. Офигительно, у него такой большой урон, это прям реально кайф. Рэпер. Что-то он больно много призвал, да, вы заметили? Нужно его вырубить сначала. Ну кого ты бьешь, братан? Ты никого надо бьешь вообще. Ну сейчас хоть перчик будет, слушайте. Сейчас, кстати, можно бомбу использовать, ребят. Прикольная, думаю, идея будет. Давайте бомбу используем. Взрывается, видите, вот. Все, всех слили. Еще и новый уровень получили. Кайф. И получаем 3 звезды. Давайте открываем. Камешки нам дают или не дают? К сожалению, не дают. Он плачет, и вы такие, мы уже получаем, а мы не получаем, потому что он сейчас свалит. Смотрите. Вот видите, он просто сбежал, то есть мы как бы его победили, но как бы не победили, потому что мы не загнали его в угол, да. Пища, сила 75, здоровье и атака всех плюс увеличены. Прекрасно, поехали дальше за ним гоняться и фигачить его, да. Также, в принципе, сейчас даже легче, по-моему, да, уровень будет. Хотя нет, посложнее будет, наверное. А, не знаю, какой уровень. Нормальный, короче, уровень будет у нас, так сказать. Опасненький, короче, такой крутой, блатной. Фигачим тебя. Пусть что он призывает, а нам это не надо. Так слабенько фигачит. Офигел в натуре. Давай. Опа! Вот это нихера себе. Реально красавчик. Бомб, давай, лучший. Давай бомб. Красавчик еще, потому кому надо бьешь. Ты чё, блин, Матильду бьешь? Ты чё, офигел? Вообще уже на твой офигевший. Кстати, раз они такие легенькие, я готов даже у Матильду. А, блин, вы чё, издеваетесь? Я хочу Матильду взять ульту, вы чё? Смеетесь, что ли, надо мной? Я хочу Матильду использовать ульту, ребят. Смотри, какая она классная. То есть она хилит вот так, ребят, прекрасно еще и все исцеляет. Давай. Все, минус, давай. Давай, все, он максимально вообще тупо ничего не сделал, и мы враг его добиваем, все. И мы получаем 3 звезды, потому что у нас очень много хпшек, да. Раз, два, три. И мы получим семечки или нет, это... О, ребят, получили лайкос за семечки, боже. Это такое интересное, я первый раз говорю, лайкос за семечки. Ну ладно, ребят, в принципе, как бы да. И он опять сваливает, да, то есть нужно его прям... И тут, видите, тут прям угол, и тут мы... Тут его точно мы зажмем, так что точно последний раз мы сейчас его будем фигачить, так что все, давайте. Тут-то точно ему хана будет. А, нет. Это проходим, и потом только будет хана. Нет, нужно, да. Да, этот просто, так сказать, тут его банда. Так. Что ты делаешь? Ты, сука, любовь. Чё такие опасные-то пошли, а? А, кстати, можно, да, сначала вырубить мелких. Тут, блин, они отравляют, это прям жесть, отвечает. Это такая жесть. Получай. Кстати, усиление нужно дать бомбу, чтоб использовал. Это плохо дела у нас все идут, очень реально плоховато. Что-то ты вообще охренели, а в натуре уже. Получай. Бомб, давай, тащи. Блин, пожалуйста, бомба сейчас убьет. Нет, попробуйте только, попробуйте. Не смейте бомбу убивать, не смей. Фух, боже, надо похилиться. Римба. Ну, будь умный, бомба. Бомб, ты не умный, ты глупый достаточно. Ты из-за этого можешь умереть, братан.
Давай бомб. Матильда, потому что хилиться надо. Все, давай. Мы захилились, просто топчик. Сейчас еще раз Матильду ударю. Имба просто. Три звезды, ребят, чекайте. Три звезды получим. Давайте, три звезды. Раз, два, три. Имба. Он чисто на три звезды, ребят, проходим. Мне это прям вообще люто-люто нравится. И вот, теперь, ну, забираем. И теперь мы точно... О, нифига себе. Это потом посмотрим. Пошли сейчас фигачить, давайте. 47, ребят. Ну, думаю, мы сейчас затащим. Давайте, я прям надеюсь, что мы затащим. Давайте, let's go, ребят. Уф, тут по уровням... Нет, тут чисто так, братанчик. Что у нас тут? Блин, вызывает. Тут и так опасненько. Ладно, давайте... Сначала этих вырубаем. Блин, нет, это, наверное, глупо было, но пусть. Что будет, то будет, короче, давайте все. Пусть хотя бы так будет, давайте. Чтоб не отравляли. Или, по-моему, не отравляют, я, короче, не помню. Вот и все, давай, фигачи, все. Не ошибок, старт, не делаем. Давай. Давай, вызывай. Ой, слабо достаточно призвал. И так уже сложно будет. Вот так. Схаваем. Наверное. О, Кайо, кстати. Все, возможно, ему хана, кстати. Получай, 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 получай. Имба, ребята, считаю. Почти минус, кстати. Это мне вообще не нравится, что он так делает, конечно. Все, Матильда просто всех похили, чекайте. И еще вот так. Все, кайф. Но тут сомнительно, ребят, что... Ну, можно... Но... Две звезды, ребят, две. Да, я прав. К сожалению, конечно, я прав. Лучше бы я был бы не прав, и было бы три звезды, ребят, да. Ну что ж, мы его как бы поймали, так сказать. Теперь он будет в ловушке, да. Вот мы его поймали, зажали, и вот как бы... Бомб его как бы столкнул. И у нас теперь, ура, есть... Рули, или как его бы назвать. Ну все, ребят, поехали. Теперь можем идти в приключения, ура. И тут он врублен, да, кстати. Новая, птичий корабль, подними паруса, исследуй 7 морей. Карамба, пришло время новых приключений. Давайте пройдем, почему и нет. 49, офигеть, ребят. Получай. Получай. Надо было на бомбу, кстати, использовать. Я что-то затопил сходу. Когда напал на них. Нифига себе, что-то какой-то опасненький. Цель наносит ответный удар врагу, возвращая ему 200% от нанесенного урона действия в течение 3 ходов. Офигеть. Тут опасненько. Добили. Ай! Ты что творишь-то, а? Давай. Ништяк, на следующем ходу вырубим. Так, мне не нравится, что они, конечно, творят. Тебя, естественно. Сейчас можешь, кстати, пофармиться хорошенько. Имба, пофармились. Имба, просто имба. И урон, и хпшки, считай. Пошли. О, кстати, нам повезло достаточно. Сколько он нанесет там? Да, в принципе, я не знаю. Давайте, допустим, не знаю. Давайте так сделаем, короче. Пошлите. Тебя и тебя теперь. На всех! Ай-яй-яй, ты, крыса. Давай. Возможно, нет, мы не успеем вырубить, хотя не знаю, возможно, не успеем, давайте. Хобана. Хобана. И... Ай, блин, как жалко. Так жалко, ну давай. Неплохо. Матильду используем. Имба. Имба. Это три звезды, бэт. Это три звезды, 100%. Плюс новый уровень еще, кстати. Я говорю, офигительно, сыкаль. Даже, думаю, 3 капельки дадут за такое. Нет, ну ладно.
Жалко. Все-таки реально жалко, что не дали 3 капельки. Ну ладно. Так сказать, хотя бы так, что дают хотя бы, да. Да. В общем, дорогие друзья, 8 уровень получаем. Да, думаю, мы уже... Еще классно, спасибо. В общем, думаю, в следующей серии будем уже продолжать тут играть, кстати, да. То есть это... Корабль, думаю, в следующей серии будем проходить. Тут, смотрите, кто такой, ошалеть. Так что тут уже все, это другой, наверное, серии, да. Пока что на этом все. С вами был Рони. На этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.